пожаловать на Ленфильм. Я очень рад представить свой фильм именно здесь, потому что это очень, на самом деле, судьбоносный такой момент, потому что мы закончили снимать этот фильм не на Ленфильме, но в Питере. Поэтому последний съемочный день этого фильма был именно здесь. Вот. Поэтому я вижу в этом большую какой-то знак. Точно, большой знак в этом. Так что зал отличный, я его проверил, вам должно быть всем комфортно, слышно все хорошо, изображение хорошее. Вот, собственно, я рад вот, представить фильм, которые сыграли главные роли в этом фильме. Вот Дима, он сыграл главную мужскую роль вместе с еще одним молодым дебютантом. Правда, с тех пор, как мы сняли этот фильм, Дима уже стал заслуженным артистом СССР. Ну, тогда, когда он, собственно, выбирался на эту роль, он был дебютантом, еще совсем нигде не снимавшимся. Вот, Соня Карпунина сыграла... Год назад это было, что вы хотите. Да. Ладно, мы тебя простили за этот момент, не волнуйся. Сыграла главную женскую роль, вот. И еще Витя Грудев сыграл вторую главную мужскую роль, или первую главную, ну, в общем, неважно. Вы сами решите, кто из них там главный. Вот, поэтому не буду долго тянуть, поговорим после, до говорить смысла нет, вы еще ничего не видели, вам еще все успеет, как, не понравится или понравится, вот, так что приятного просмотра. В общем, фильм, на самом деле, фильм взросления, который я хотел снять давно, и вот, собственно, я его снял, и я рад, что вы первые зрители будете, прекрасно. Спасибо, приятного просмотра.